Сколько сексуальная активность в периоде предменопаузы или постменопаузы влияет тоже на уровень гормонов? И тоже хочется ответить так немножечко иначе, но мне кажется, очень доступно. У нас часто есть анекдоты, когда женщина после какой-то хорошей такой ночи весь дом убрала, все приготовила, дети досмотрены и все счастливы. Вот настолько важна эта сексуальная активность. Это, конечно, не краеугольный камень, и без этого никто не умрет, но уж так устроен наш организм, что когда есть эта активность, то баланс гормонов, он намного более качественным. Качественный, все это связано с природой. Если есть сексуальная активность, значит, есть воспроизводство. А там, где есть воспроизводство, там человек как объект для природы важен и ценен.